То есть женщина подъезжает к магазину, колясочку оставила возле магазина и пошла в магазин. Тут из коляски маленький мальчик такой высовывается, говорит, не, ну пиздец, ну ёбнутая мамаша, блядь, взяла меня, кинула, нахуй меня сейчас спиздят. Нахуй она вообще пизду рвала, чтобы вот так меня, блядь, везде кидать. Ну а мне этот цирк нахуй нужен. Мужик такой подходит, мальчик, ты еще ходить не умеешь, а так матюкайся. А ты умеешь, дядя, ходить? Так иди нахуй. Не, я предупреждал, там один нахуй.